В общем-то, ряд из них успешно выполняют трансуретральную резекцию уже вот на втором году ординатуры. Некоторые из них выполняют контактные методы дезинтеграции камней, некоторые выполняют оперативное вмешательство при недержании мочи. То есть, по сути, это зависит уже от конкретного ординатора. Если вы занимаетесь достаточно усердно, готовитесь, ходите на лекции, занятия, ассистируете, в общем-то, у вас есть широкие возможности для реализации своего творческого потенциала. А сегодня перед здравоохранением стоят важные задачи, и в рамках своего обучения на базе нашей кафедры вы, конечно, сможете внести дольку свою в решение этих национальных задач и найти, в общем-то, свое профессиональное призвание, свое себя в профессии уролога. В общем-то, если есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Мы уже говорим 8 минут. Да. Все. Как сказать, до свидания. Ну, спасибо, уважаемые абитуриенты. Если что, задавайте вопросы, мы всегда на связи. А сейчас мы передадим слово нашему коллеге, урологу, который также расскажет вам о своей кафедре. Уважаемые коллеги, будущие коллеги, я надеюсь. Меня зовут Целюков Роман Вячеславович, я доцент кафедры эндоскопической урологии, заведующий нашей кафедрой Зиратшто Абдулович Кадыров, известный отечественный ученый, один из основоположников лапароскопических технологий, применение лапароскопических технологий, урологии, его многочисленные труды вы можете прочесть. Он издал большое количество книг, написал, которые доступны достаточно хорошо. Ну, а что касается выбора, который вам предстоит сделать в ближайшее время, я бы, конечно, ориентировал вас прежде всего на то, что вы, приходя в урологию, должны, конечно, идти в эту специальность по воле своего сердца, потому что в этой специальности сегодня, я думаю, что в скором времени будет очень большая конкуренция, и очень важно, чтобы вы получили базовое, очень хорошее профессиональное специализированное образование, ну, прежде всего основанное, наверное, и на новых технологиях. Это очень важно. РУДН и, в частности, наша кафедра, конечно же, оснащены и современными комплексами, которые позволяют изучать эти технологии и, в частности, имеет большое количество баз, на которых вы можете совершенствовать эти навыки, получать знания. Ну, допустим, наши основные базы здесь перечислены. Ну, наши основные базы, они несколько, конечно, больше отражены, чем здесь. Наша основная база – это больница Семашко РЖД, современный комплекс современных медицинских учреждений, которые оказывают высокоспециализированную медицинскую помощь, благодаря тому, что это российские железные дороги, понятно, что они достаточно хорошо оснащены, все больницы РЖД. Это госпиталь ветеранов войн, третий госпиталь ветеранов войн. Это современные больницы в Подмосковье, у нас больница железнодорожников с новейшим оснащением, в частности для эндоскопической хирургии. Наша кафедра – это кафедра эндоскопической хирургии. Это Люберецкая центральная районная больница. У нас есть несколько частных учреждений, тоже очень хорошо оснащенных современными операционными. Вот когда я, в частности, пришел, перед тем, как я собирался, мне позвонил наш заведующий и рассказал, что сегодня он оперировал в одной из таких больниц. Кроме того, у нас очень много разноплановых стационаров, где мы стараемся давать еще и где мы стараемся давать
отражать, вернее, многогранность нашей профессии. Вот видите, у нас есть реабилитационный центр, это стационар, где у нас лежат пациенты с нейроурологического профиля, специализированные. То есть кафедра занимается еще и вопросами репродуктивных технологий. Это сейчас достаточно модно, вы знаете, потому что обусловлено последними веяниями, которые направлены на улучшение демографической ситуации. Мы занимаемся онкологическими пациентами. У нас есть несколько онкологических баз, стационаров города Москвы в частности. Занимаемся, как я вот уже, видите, говорил, такими сложными категориями пациентов, как пациенты нейроурологического профиля. Разрабатываем новые технологии эндоскопических методов лечения урологических заболеваний и онкологических заболеваний, потому что у нас кафедра имеет возможность и заниматься онкологическими пациентами. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием, конечно, отвечу на них. А сколько у нас еще времени-то? Минут 5. Времени много. Прекрасно. Прекрасно. Ну, я могу вкратце сказать о профессорско-преподавательском составе. Наверное, это, может быть, будет интересно. У нас несколько докторов наук, несколько, ну, все, естественно, преподаватели, они имеют статус не ниже кандидата медицинских наук. Вот, как я уже говорил, возглавляет нашу кафедру Зирашто Абдулович Кадыров, достаточно известный специалист по лапароскопическим технологиям в урологии, автор многочисленных публикаций и книг, посвященных этой проблеме, обладающий ярким педагогическим талантом, выпустивший плеяду учеников. Я занимаюсь, там, допустим, тоже каким-то другим направлением, в большей степени обусловлено эндоскопической урологией, лечением различных болевых синдромов, функциональных расстройств мочеиспускания и помощью пациентам с нарушением мочеиспускания, которое возникает на фоне неврологических заболеваний. У нас есть база в больнице, в клинике, которую возглавляет Рошаль, достаточно база, которая занимается оказанием помощи детям, там развиваются эндоскопические технологии в урологии по как раз детству. Есть достаточно серьезные базовые клиники, которые занимаются репродуктивными технологиями. Ну, есть филиал, такая крупная клиника, сеть клиник УРАПРО. В частности, у нас крупный филиал в Краснодарском крае с образовательной базой. Ну, ждем вас, ждем, ждем. Я не знаю, может быть, нам уже завершить тогда. Что? Тишина, не сказала дальше. Что сейчас дальше? Что говорить? Приходите. Пожалуйста. Приходите, да, выберите специальность, только осознанно, самое главное, осознанно. Потому что конкуренция будет колоссальной в урологии. Я не думаю, что... Да, что столько урологов нужно для нашей страны, если честно. Мне кажется, что нет. Что нет. Мне кажется, что сейчас урология, она немножко трансформируется, потому что это более сложная наука. Она интегрируется, да, с онкологией интегрирована очень серьезно. И причем онкология тут необходима не просто там, разбираться в каких-то принципах онкологических, нужно уже и разбираться в радиологии, да, и в различных в химиотерапии, в онкологии. То есть это достаточно серьезная наука, она диктует несколько другие понимания. У нас, вот видите, там про эту нейроурологию я сказал, в неврологии нужно разбираться достаточно хорошо. Это очень важно. Важно, конечно, чтобы кроме вот каких-то... Да? Все? Спасибо большое. Ждем вас. Ждем вас, дорогие наши будущие коллеги. Здравствуйте, дорогие потенциальные наши абитуриенты.
Меня зовут Мартынов Алексей Юрьевич, я являюсь доцентом кафедры госпитальной терапии и ответственным за ординатуру на кафедре в целом и в частности за направление кардиологии и терапии. Я коротко хочу остановиться на нашей кафедре. Она была основана в 1965 году Валентиной Александровной Кононяченко, когда ее пригласили из Института терапии Академии наук СССР вместе с ее ученицей Ниной Михайловной Юшковой. И они пришли на кафедру, в то время единственную кафедру внутренних болезней в университете, которую руководил профессор Киреев. И с 1965 года, когда уже был первые студенты пятого курса появились, они уже, собственно говоря, начали учебу на вновь образованной кафедре госпитальной терапии под руководством Валентины Александровны Кононяченко. В настоящее время заведующей кафедрой у нас является Огурцов Павел Петрович. Он доктор медицинских наук, профессор, директор центра изучения печени РУДН. Кроме специальности терапии кардиологии, я хочу для информации вам дать, что на кафедре также проводится обучение еще по 6 специальностям. Это гематология, нефрология, гастроэнтерология, эндокринология, лабораторная диагностика, лабораторная генетика. Далее, основными базовыми кафедры вот по терапии кардиологии. Это являются больницы, в первую очередь, имени Юдина, значит, который имеет две территории. Основную территорию – это так называемая К4, Коломенский проезд, дом 4, и значит, улица Академика Миллионщикова, дом 1. Это филиал больницы имени Юдина, она называется еще М1. Также при каждом из них существуют поликлинические отделения, номер 1 и номер 2 они называются. Также базой кафедры является 20-я больница, или же, теперь она называется ГКБ имени Ерамишанцева, находится метро Бабушкинская, это адрес улицы Ленская, дом 15. Также Московский клинический научный центр, МКНЦ, является базой, где в основном гематологической базой. На располагается шоссе энтузиастов, том 86. Также одной из баз является 52-я больница, где также у нас находится наша нефрологическая как бы база и гематологическая. Она располагается, это улица Пехотная, дом 3. Ну и также Институт имени Герцена, Минздрава России, вместе с поликлиническим отделением также является нашей одной из баз терапевтических, где в основном проходит практику по гематологии. Значит, теперь об ординатуре по специальности терапии. Как я уже сказал, основными базами здесь является по терапии это больница имени Юдина и больница имени Ерамишанцева. Здесь ординаторы на первом году проходят обучение в терапевтическом отделении. Значит, на базе вот улицы Академика Миллионщикова, дом 1, это филиал больницы имени Юдина, находится два терапевтических отделения. В Ерамишанцево находится одно терапевтическое отделение, где все на первом году проходят обучение в этих отделениях. В дальнейшем на втором году вам предоставляется возможность пройти обучение, уже расширить свое представление о терапии в специализированных отделениях. Это таких, как кардиологическое отделение, в основном это тоже в базе Ерамишанцева и Юдина. Следующее, также вы можете расширить свое представление о неотложной помощи в терапии, реанимации в терапии. И здесь это можно будет сделать на базах тоже больницы имени Юдина, территории М1, где имеется довольно-таки большой терапевтический арит, располагающийся на двух этажах, и также современно оборудованный вот, терапевтический, общий, вернее, так скажем, отделение реанимации и терапии в Ерамишанцево. Далее у нас имеется возможность изучить более подробно
эндокринологических больных. В первую очередь это больных с сахарным диабетом в эндокринологическом отделении на базе больницы Еремешанцева. Гематологический профиль можно изучить на базах, в первую очередь, 52-й больницы и МКМЦ. И нефрологические отделения, где вы можете также вот, увидеть современные, познакомиться с современным лечением нефрологических больных и представить себе вот широкий круг этих больных различных. Это в первую очередь на базе 52-й больницы и также больницы имени Юдина и Еремешанцева, где имеется вот в первой больнице, 52-й больнице, это является центром московским нефрологическим, где представлен весь спектр, собственно говоря, больных нефрологических. В двух остальных клиниках это общее нефрологическое отделение и отделение гемодиализа. А как вы видите, на кафедре при обучении по специальности терапии вы можете получить довольно-таки широкий кругозор и представление о различных пациентах терапевтического профиля и также расширить свои практические навыки. Поликлиническая практика, она проводится вот на базе больницы имени Юдин, то есть в поликлинических отделениях, как я уже сказал, которые находятся при основной территории на Коломенском проезде и на улице Академика Миллионщикова. Здесь вы можете получить представление об особенностях амбулаторной практики, получить опыты и навыки поликлинической деятельности. И, собственно говоря, после окончания ординатуры по специальности терапии вы, как понимаете, будете иметь разнообразный клинический опыт по всем разделам терапии, что, естественно, позволит вам уверенно ориентироваться в последующей своей практической деятельности. Также я могу сказать, что так как мы сотрудничаем с большим количеством баз, то с учетом дефицита вот врачей-терапевтов у вас есть хорошие возможности для дальнейшего трудоустройства в стационарах и поликлиниках. И за последние годы, вот последний даже год, довольно-таки много наших ординаторов было трудоустроено, кстати, на больнице имени Юдина, как в стационаре, так и в поликлиническом отделении. Ну, для справки вам могу сказать, что за годы обучения, за все годы на кафедре подготовлено более 150 вот, ординаторов по специальности терапии. И в настоящее время по специальности терапии на кафедре учатся 25 ординаторов. Теперь коротко об ординатуре по специальности кардиологии. Значит, здесь основными базами также являются это больница имени Юдина и ГКБ имени Еремешанцева. Какая структура отделений в этих территориях? Также вот они есть, эти отделения, если говорить про ГКБ имени Юдина, кардиологические, на территории М1 и на К4. Структура везде одинаковая. Это два кардиологических отделения, одно общее, другое инфарктное отделение и также кардиологический арит. Такая же структура и в ГКБ имени Еремешанцева. Но на первом году обучения ординаторы проходят обучение вот в кардиологических отделениях, в общекардиологическом инфарктном отделении. А уже на втором году обучения предоставляется возможность значит, обучиться навыкам неотложной помощи в условиях кардиореанимации, где они также имеют возможность ознакомиться с методами эндоваскулярной диагностики и лечения кардиологических больных, без которых сегодня невозможно представить современного кардиолога. Но с учетом высокой коморбидности у пациентов кардиологических, мы также даем возможность пройти обучение и в терапевтических отделениях, и эндокринологических, так как эндокринология является смежной специальностью для у кардиологов. Поликлиническую практику также проходит на поликлиниках ГКБ имени Юдина.
Также вот могу сказать, что имеют хорошие шансы вот наши выпускники также трудоустроиться на этих территориях, и за последнее время были также трудоустроены многие наши выпускники. Значит, для справки тоже могу сказать, что за время обучения подготовлено более 50 ординаторов, кардиологов. В настоящее время на кафедре учатся 8 кардиологов, то есть 8 ординаторов по специальности кардиология. Еще могу сказать, что на кафедре, в принципе, поощряется научная деятельность. И ежегодно у нас проводится до кафедры конференция на базе Института имени Герцена, которая называется «Современные аспекты гематологии и гепатологии», где ординаторы могут представить результаты своей научной деятельности. Ну, научная деятельность, как я сказал, в целом у нас поощряется, и даже наши ординаторы имеют возможности за период обучения подготовить какой-то научный материал, проанализировать, представить его. И буквально совершенно вот на днях вернулся наш ординатор с симпозиума в Бали, где он выступал и представлял свою информацию, и был послан туда кафедрой. Ну, основные научная деятельность кафедры, то есть основные направления, это гепатология. Как я уже сказал, наш заведующий кафедрой является руководителем центра гепатологии РУДН. Также это алкоголь обусловленная патология и внезапная сердечная смерть. Ну, с остальными направлениями вы можете познакомиться на сайте кафедры. Для иностранных студентов, что важно, что на кафедре возможно обучение по программе ординатуры плюс. То есть вы можете расширить свое обучение до 5 лет и сами выбрать, сколько лет еще вам нужно дополнительно обучаться вне рамок вот нашей программы российской, которая составляет, как вы все, наверное, знаете, 2 года обучения. То есть поэтому вы можете выбрать свою индивидуальную траекторию обучения, сколько вам нужно, сколько требуется для того, чтобы вы признали диплом в вашей стране или те страны, на которые вы ориентируетесь. Это может быть как 1, как и 2, как и 3 года дополнительные, которые встраиваются между 1-м и 2-м годом обучения. Преимущество, как вы знаете, в нашем университете в том, что вы в итоге получаете единый диплом. Единый диплом за все годы обучения с приложением к диплому, со всеми оценками и со всеми, значит, часами обучения. Далее, кафедра поощряет практику за рубежом, которую могут, значит, осуществить как иностранные, так и российские ординаторы. То есть для иностранных ординаторов это может быть практика в своей стране. Если это в рамках 2-годичного обучения, то это обычно 5 месяцев, 4 семестр. Если это в рамках ординатуры плюс, то обучение может быть вплоть до года. То есть это может быть как в вашей стране, так и в любой другой стране, где вы находите эту возможность для обучения и освоения каких-то новых компетенций. Ну, это, пожалуй, наверное, вся информация основная касательно обучения на нашей кафедре в ординатуре. Также в ТУИСе, в открытой ее части, вы можете найти основную информацию. Вот имеется в виду мой адрес и e-mail, и телефон, по которому, пожалуйста, вы можете задать любые вопросы касательно обучения. И также там вы найдете основную информацию касательно, может, дополнительного обучения в ординатуре и вообще касательно кафедры. Спасибо за внимание и ждем вас на нашей кафедре. Да, передаю дальше слово своим коллегам с дружественной кафедры.
Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Мы представляем кафедру внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики имени академика Моисеева. На нашей кафедре реализуются 4 программы ординатуры: терапия, кардиология, пульмонология и ревматология. Ну, ревматология и пульмонология молодые направления, но уже тоже 2006 года, 2016 года, да, существует. Я несколько слов о нашей кафедре. Она была основана в 1964 году, вскоре после основания университета Дружбы народов, одна из первых кафедр медицинского факультета. И, ну, основная веха в истории кафедры – это, конечно, руководство ею с 1983 по 2002 год академика Валентина Сергеевича Моисеева. Это был представитель выдающейся терапевтической школы, русской школы, ученик Евгения Михайловича Тареева, знаменитого терапевта, нефролога и такого яркого представителя русской терапевтической школы. В настоящий момент кафедрой заведует его лучшая ученица, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Жанна Давидовна Кабалава, которая является членом президиума Российского кардиологического общества, Российского общества научного терапевтов, Общества специалистов по сердечной недостаточности и членом международных организаций. Так, а тут выключился экран, так должно быть. Сейчас, минутку, если вы меня слышите, техническая заминка. Сейчас. О том, что у нас... Да, давайте. Прошу прощения. Да, и члены международных обществ кардиологического, Американской кардиологической ассоциации и Европейского кардиологического общества. На нашей кафедре, довольно большая кафедра, работает 28 штатных сотрудников, 6 докторов медицинских наук, 20 кандидатов медицинских наук и специалисты в самых разных областях. Таким образом, придя на нашу кафедру заниматься терапией, вы можете реализовать себя в самых разных областях терапии, вы можете учиться и пульмонологии, и кардиологии, и ревматологии, и нефрологии, и клинической эндокринологии, функциональной диагностики. Все эти отделения представлены на наших базах, и вы в реальности, на практике можете там обязательно, можете и должны там поработать, будучи в ординатуре на нашей кафедре. У нас в настоящий момент 3 клинические базы. Основная база – это Городская клиническая больница Виноградова, а бывшая 64-я больница, такая представительская для Российского университета Дружбы народов, больница Академии, Российской академии наук в городе Троицке и больница имени Ерамишанцева, это бывшая 20-я больница. Вот Ерамишанцева и имени Виноградова – это два многопрофильных стационара, которые скоропомощные, так называемые. Таким образом, именно в этих стационарах, будучи и работая, вы можете в реальной жизни столкнуться с тяжелыми ургентными патологиями, с тяжелыми больными, и наши ординаторы ведут этих больных, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, дежурят активно. Основными направлениями кафедры является терапия, в частности, я повторюсь, пульмонология, ревматология, нефрология, гастроэнтерология, эндокринология, кардиология и активная разработка междисциплинарных взаимодействий. Да? Так что, будучи в терапии, в ординатуре по терапии, вы можете где-то на стыке находиться там, нефрологии, пульмонологии и так далее. На что вам больше интереснее, вы можете на это обращать внимание. Отдельно хочу сказать по ординатуру по кардиологии. Это, в общем, наверное, все-таки приоритетное направление, поскольку наши руководители, и в частности Жанна Давидовна Кабалава, ее основная научная деятельность все-таки связана с кардиологией, и действительно, в общем, можно сказать, выдающиеся достижения есть в этой области, поэтому там артериальная гипертония, сердечная недостаточность, нарушение ритма, все это, с этим вы не только столкнетесь, но и обучитесь многим вещам. В
В частности, на нашей кафедре функционирует центр сердечной недостаточности, такая, в общем, достаточно уникальная организация, существующая практически на общественных началах, силами сотрудников нашей кафедры, когда пациенты сердечной недостаточности наблюдаются не только в стационаре, а продолжают наблюдаться амбулаторно, приходят к нам на прием, и таким образом, да, и ординаторы тоже активно в этом могут и должны участвовать. Таким образом, вы можете отследить результаты вашего лечения, динамику состояния пациента, приверженность их лечению. И это очень интересно и действительно уже на стыке с какой-то амбулаторной практикой. Ну, что еще можно сказать? Что кардиология, да, в цикле, в ординатуре по кардиологии реализуются отдельные циклы по функциональной диагностике, то есть вы обучите основам эхокардиографии, функциональной диагностики, ЭКГ, Холтера, комментарирование СМАТ, это все вы обязательно освоите при вашем желании и нашем предоставлении нами вам возможностей. Да, очень интересное направление, ну такой цикл тоже по рентгенохирургии, то есть у нас отделение рентгена эндоваскулярных методов лечения, да, ну, то есть основное, конечно, это коронароангиография, чистокожное коронарное вмешательство, однако самые разные вмешательства на сосудах, все это вы тоже можете наблюдать, не принимая, правда, непосредственного прямо участия, но смотреть, трактовать, понимать, что происходит, все это вот в рамках цикла по рентгеновоскулярной диагностики вы можете тоже осуществить. Очень интересное отделение. Отдельно хочу сказать про отделение реанимации интенсивной терапии нашей кафедры, в нашей больнице, поскольку практически все сотрудники этого отделения являются сотрудниками кафедры. Вообще многие сотрудники больницы являются одновременно сотрудниками кафедры, что очень помогает в общении, в организации жизни. Так вот, отделение реанимации интенсивной терапии заведует наш выпускник, очень грамотный, интересный и опытный врач, кандидат медицинских наук, видимо, в скорости доктор медицинских наук, Имат Ахматович Мирай, который всегда очень активно привлекает ординаторов, помогает, и если, может быть, где-то в реанимации вас, как молодых докторов, не очень допускают к пациентам, то здесь вы можете научиться очень многому. И практическим наукам в том числе, то есть там постановка кубитального катетера, даже, возможно, подключичного катетера, интубация, зондирование, все это вы можете освоить в рамках отделения реанимации точно. Приемное отделение. На нашей кафедре нашим руководителем Жанны Давидовной всячески поддерживается и даже настаивается на том, что часть времени вы проводите в приемном отделении. Поскольку это приемное отделение скоропомощной больницы 20-й и 64-й Еремешанцева имени Виноградова, вы сталкиваетесь практически один на один с пациентом с самой разной ургентной патологией, и принятие решения за вами – это очень ответственно, немножко страшно вначале, но очень интересно. И дает просто гигантский опыт. Так же, как дежурство в нашей больнице. Они абсолютно неформальные, бывают тяжелые, но очень-очень много приносят пользы. Ну, в общем, мне кажется, что подежурив в наших скоропомощных больницах, поработая, как-то стараясь узнать максимум всего, вам потом не будет страшно, наверное, нигде, куда бы вы ни пришли. Наши ординаторы, да, очень такая отдельная, хотела остановиться на том, что наши ординаторы по всем специальностям не только могут, но и всячески приветствуются их участие в научной работе кафедры, и они помогают и в научных и клинических исследованиях, и практически обязательно каждый ординатор в течение обучения двухлетнего может там и не одно сделать так называемое описание. То есть у нас ежегодно выходят сборники описаний клинических случаев сложных, непонятных, диагностически неясных больных, которых активно принимают участие в написании, описании этих случаев ординаторы. Более того, в конце учебного года у нас проходит конференция, где лучшие описания представляются самими ординаторами в качестве лечащих докторов, что дает опыт, неоценимый опыт и
написание каких-то научных статей, да, и выступление на публике. Ординаторы еженедельно у нас проходят конференции утренние и клинические конференции. Утренние конференции, на которых докладываются интересные, сложные, непонятные больные из всех отделений. Ординаторы тоже готовят материалы к этому. И клинические конференции, на которых разбираются, опять-таки, диагностически неясные или редкие сложные патологии, обычно с приглашением непосредственно пациентов, и обязательно научная периодика, да, вот научные журналы, обязательно делается какой-то обзор, полезный в практическом отношении. Кроме того, ординаторы, которые заинтересованы в поступлении в аспирантуру, они всячески тоже приветствуются нашими сотрудниками нашей кафедры, и если такое желание есть, то научная работа может начаться и уже практически с первого года ординатуры. То есть даже самые молодые наши коллеги уже имеют возможность выступить даже на каких-то конгрессах со своими постерными или даже живыми докладами. А что еще можно сказать? Я бы, наверное, еще остановилась на том, что, да, функциональная диагностика я сказала. Да, значит, в 20-й больнице или больнице Ирины Шанс, в отделении нефрологии, очень интересно, где тоже наши ординаторы бывают, там, правда, плановые больные в основном, но в основном плановые больные, которые, однако, очень интересны бывают с системными заболеваниями, и тоже наши ординаторы, там наши сотрудники нашли путь к сотрудникам непосредственно в больнице, и теперь наши ординаторы там тоже приветствуются, активно ведут больных. В больнице Виноградова отделение эндокринологии, где самая разная эндокринологическая патология, и где очень активно работают ординаторы, очень любят это отделение. Кроме того, у нас есть отделение паллиативной помощи, такое отдельное направление в медицине, которое не очень распространено, может быть, и не очень вы о нем слышали. Однако тоже это такой ценный клинический опыт ведения пациентов в паллиативном отделении. То есть пациентов, которые нуждаются в уходе, ну и в лечении тоже. То есть это особая категория пациентов, с которой тоже надо уметь работать. Каждый наш ординатор имеет индивидуального куратора обязательно, если поступает нам в ординатуру. То есть человека, который ведет его от первого дня ординатуры до конца, до окончания ординатуры, который помогает ему во всем, решает все проблемы. И плюс, находясь в отделении, каждый ординатор имеет палатного куратора, который смотрит с ним пациентов, ходит на обходы, обсуждает лечение, особенности диагностики и так далее. То есть ординатор у нас всегда находится в сотрудничестве с сотрудниками, если так, простите за тавтологию, и... Конечно, доктора тоже приветствуют и помощь ординаторов, и сами помогают их, и во многом обучают, что тоже, наверное, очень важно. Наверное, что еще можно сказать? Что, да, заинтересованные, я уже говорила о том, что заинтересованные в научной работе имеют публикации, реальные, даже в престижных достаточно журналах. И если ваша дальнейшая судьба будет связана с научной деятельностью, с аспирантурой, то это очень хороший задел. К моменту защиты диссертации в аспирантуре вы уже будете, ну, такими, уже будете иметь опыт научных публикаций и даже выступлений, может быть, на каких-то конференциях. Мне кажется, что наша ординатура ценна прежде всего тем, что она базируется в скоропомощных больницах. И опыт, еще раз повторюсь, встреч с тяжелыми, острыми, непонятными пациентами, которые поступают в основном 98% по скорой помощи, это тот опыт, который позволит себя чувствовать вам уверенно, куда бы вы потом ни пошли работать доктором, или клинику, в больницу в другую и так далее. Дежурство, которое, да, 2 суточных дежурства как минимум в месяц обязательно для наших координаторов, но приветствуется и больше, если вы хотите, вы можете дежурить чаще. Только мы будем только за.
Я думаю, что наша ординатура именно в плане практической деятельности вашей будущей, она достаточно представительна, так скажем. Вот. А наше руководство в лице нашей заведующей кафедры и все наши сотрудники, они всегда ординаторов поддерживают, помогают, решают проблемы, которые возникают, всякие разные, этического плана, профессионального плана и так далее. То есть всегда мы на страже ваших интересов, поскольку вы приходите в ординатуру учиться для того, чтобы стать настоящими докторами, чтобы подготовиться к сложной врачебной будущей жизни. Всегда мы требуем, можно сказать, от ординаторов хорошей изначальной подготовки и, конечно, регулярного чтения не только учебной литературы, а научных статей. И вы всегда должны, всегда просим, чтобы были в курсе наши ординаторы всех современных клинических рекомендаций по всем нозологиям. Регулярно, поскольку сотрудники нашей кафедры довольно часто, вернее, всегда представлены на научных конгрессах мировых, то отчеты об этих конгрессах, результаты всегда с помощью ординаторов тоже готовятся доклады. И они в этом активно участвуют. Но должна вам сказать, что и спрашиваем мы тоже с вас это, потому что лечить и диагностировать помощь, учитывая современные клинические рекомендации, это мы считаем обязательным. Наша с вами профессия предполагает постоянное обучение, и наш заведующий кафедрой Валентин Сергеевич Моисеев, именем которого теперь и названа наша кафедра, всегда говорил, цитировал своего учителя Евгения Михайловича Тареева о том, что ординатор должен учиться так: больной, книга больной. То есть пациент, который в чем-то вам не ясен, учебник или научная литература, которая поможет вам разобраться, вы возвращаетесь к больному. Мы будем рады приветствовать вас на кафедре нашей. Приходите, постараемся сделать для вас все, что возможно, чтобы ваше обучение было эффективным, интересным и разнообразным. У нас представлены люди из разных мест мира, и даже какая-то вне учебная жизнь. Мы отмечаем праздники, стараемся вместе, в общем, проводить как-то вместе время весело, кроме того, что учиться. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Вы только все включите. Вас проверили. Нас проверили. Что, можно? Все, начинаю, точно? Уважаемые абитуриенты, здравствуйте. Меня зовут Просяников Михаил Юрьевич, я являюсь доцентом кафедры урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии. У вас сейчас стоит очень важный выбор. Вы должны выбрать не только медицинскую специальность, в рамках которой вы будете осуществлять свое профессиональное развитие. Вам же также вам необходимо выбрать место, где вы будете осваивать свою специальность. Почему это важно? Потому что от того, какую кафедру вы выберете, как вы себя там зарекомендуете, вы, по сути, зависит вся ваша последующая карьера. В рамках этого хотелось бы вам рассказать о нашей кафедре, о кафедре урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии. Заведующий кафедрой Каплин Андрей Дмитриевич. Очень важно, когда вы выбираете кафедру, конечно же, обращать внимание на руководство этой кафедры.
Андрей Дмитриевич, заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, заслуженный врач России и на сегодняшний день один из ведущих людей в области урологии, онкоурологии. И надо сказать, что под его руководством кафедра, которую я сегодня представляю, очень успешно развивается. Когда вы выбираете кафедру, на что бы я вам порекомендовал смотреть? Во-первых, кто руководитель кафедры, на каких базах кафедра располагается и каков профессорско-преподавательский состав. Базы кафедры оперативной, кафедры урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии располагаются в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Надо сказать, что Андрей Дмитриевич Каплин является директором НМИЦ радиологии. И вот в НМИЦ радиологии входят Обнинский радиологический центр имени ЦИБы, Институт урологии имени Николая Алексеевича Лопаткина. И вот как раз кафедра Институт Герцена. Кроме этого, базами кафедры является Центральная клиническая больница РАН, больница имени Виноградова, больница имени Еремешанцева и Институт хирургии имени Вишневского. Обратите ваше внимание, хочу на то, что у кафедры есть как ведущие научно-исследовательские институты. Пожалуйста, вы должны также знать, что головным учреждением по урологии и онкологии является как раз НМИЦ радиологии. Куда входят и неурологии, куда входят и Обнинский радиологический центр, и также Институт имени Герцена. Кроме этого, есть и Институт хирургии имени Вишневского, также главное учреждение уже по хирургии. Кроме того, база кафедры – это и обычные практикующие клинические больницы Московского здравоохранения. О чем это говорит? Это говорит о том, что с одной стороны, вы можете овладеть навыками, которые необходимы практикующему урологу, как на стационарном, так и на амбулаторном этапе. Вот, пожалуйста, клинические городские больницы. Но в то же время вы можете овладеть навыками, которые вам предоставит головное учреждение. То есть вы можете работать на самом современном оборудовании, которое есть на сегодняшний день. Вы можете понять ход научной работы, ход координационной работы. И это тоже важно. Профессорско-преподавательский состав. На сегодняшний день 70% сотрудников кафедры – это доктора медицинских наук. Это крайне вам будет полезно, поскольку, как говорится, учитель в нашей жизни определяет, если немного, то почти все, как говорится. Вы в рамках своей деятельности, будучи ординатором, можете, в общем-то, многого достичь. Сегодня на кафедрах выполняются все самые современные урологические и оперативные вмешательства, и проводится и консервативная терапия, в общем-то, все представлено сегодня. И вот мы недавно принимали экзамен у ординаторов. Что вам хочу сказать? Ординаторы второго года выполняют трансуретральную резекцию, выполняют операции по недержанию мочи у женщин, выполняет операции по удалению камней, в основном это эндоскопические операции. Безусловно, для того, чтобы быть успешным в профессии, необходимо много трудиться. Но те ординаторы, которые выбрали этот путь, которые решили для себя, что им необходимо трудиться, в общем-то, они достигли больших успехов. Я считаю, что для второго года ординатуры овладение основными навыками – это очень хорошо. Многие ординаторы сразу же говорят о том, что кроме практической урологии им необходимы еще и научные знания. И уже начиная с ординатуры, уже выполняют исследования научные для того, чтобы подготовить задел для кандидатской и уже последующей докторской диссертации. Поэтому, уважаемые абитуриенты, выбор за вами. Желаю вам совершить ваш обдуманный шаг во вхождение в специальность и выборе места, где вы будете осваивать свою специальность. Ждем вас. Всего наилучшего.
Угу.